Всем привет! Сегодня протестируем лаунчерский тестер батарей BST360, переводится как Bluetooth Battery Tester. Я покажу, как им пользоваться и что он из себя представляет. На примере автомобиля BMW X3 2017 года из Америки. BST360 выглядит достаточно просто. Два крокодила, соединенных между собой проводом. При всей своей простоте в него заложили достаточно неплохой функционал. В процессе мы все это увидим. Я буду подключать BST360 к своему пятому паду и работать с него. Также без проблем, скачав либо в Apple Store, либо в Play Market специальное приложение, вы можете пользоваться BST360, не имея лаунча серии X431. Все прекрасно, в полном функционале, работает и с телефона. Так, удалось добраться до этикетки. Видим, что аккумулятор не оригинальный и даже не AGM. Обычный кислотный. Нам нужно будет вот это значение 800 CCA. Потом дальше объясню зачем. Ну, либо сами все увидите. Для использования BST360 его нужно просто подключить клеммам аккумулятора, что я уже сделал. Не самый удобный автомобиль, но уже все подключено. Сейчас будем пробовать. Сейчас подключимся к пятому паду и протестируем данный автомобиль. В общем-то все. Тест занимает что-то около минуты. Достаточно быстро, информативно, очень красивый и подробный отчет. Важно, чтобы контакт на крокодилах был хороший. Естественно, клеммы в автомобиле всегда должны быть чистыми. Из нюансов очень важно внимательно смотреть на этикетку аккумулятора и правильно вводить данные. Нужен такой прибор или нет, решает каждый сам для себя. Из плюсов достаточно низкая цена, компактность и простота в использовании. Возможность работы из-под телефона, я считаю, это достаточно большой плюс. В общем-то, на этом все. До встречи в других моих видео. Буду стараться снимать сейчас осенью больше. В общем-то, все. Всем пока.